выходит на первую позицию Виктория Наприенко. Лада Никольченко. Очень ответственное музыкальное сопровождение, ему надо соответствовать, безусловно. Честно говоря, с трудом себе представляю Кармен в трико, но тоже такое решение оригинальное имеет право быть. Вообще, мне кажется, эта музыка подходит Владе. Она такая артистичная, яркая гимнастка с мощными, красивыми прыжками, с движениями, которые подчеркивают эту музыку. И посмотрите, какой роскошный купальник. Прекрасный образ создала. Высокую оценку получается. 21,4. Судьи тоже оценили выступление Влады.